Три полных. Три? Ну, можно две с половиной. Не, ну сколько серьезно? Столько хватит? Ну еще раз так же. Ты че? Ну половинку. Ну я добавлю, если не хватит. Потому что нам не нужна глюкоза сейчас. Не, ну глюкоза она важна в основном для умственной работы, нет? Для физической тоже? Наверное. Где-то читал трактат на что, что расщепляется про глюкозу. Блин, я вот забыл. Красота. Ой, сейчас горяченького чайку. Бутербродами. Ага, ну подошва вообще-то чувствуется. Да нет, у меня чувствуется, что прохладно. Это самообман. Ну конечно. Голод не тетка, он же и не дядька. Хорошо. Сейчас чайку дернем. Да, неплохо было бы. День второй закончится ужином. Классным салатом. Из редиски. А нечего так долго, надолго из дома отлучаться. И... Так, а здесь ответственный Александр Маковецкий. А там ответственный за картошку. Он не любил речь Маковецкий, но он ее почему-то не забыл. Забыл про меня. Не жарит, ходит с камерой. Вот это класс! Лук пригорел весь. Да ничего, это лучше. Это же лучше. Вы чувствуете запах?